Всем привет! Первая рабочая неделя нового 2021 года подошла к концу, и время подумать о досуге. Как разнообразить серые будни, куда сходить и что посмотреть, расскажу в нашем обзоре прямо сейчас. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе работают городские катки в парке Дружбы, парке Гагарина, на набережной и площади Куйбышева. Рядом с ледовыми аренами к услугам самарцев прокат и горячие напитки, чтобы согреться. Самарцам покажут Куйбышев 70-х. Фотографии и архивные документы отвечают за эффект присутствия. Перенося сквозь время к прошедшим эпохам, фотографии из коллекции самарского краеведа Сергея Рудняева покажут картины трудовой повседневной жизни горожан. Фотодокументы запечатлели целую галерею уникальных фотопортретов самарцев с дореволюционного времени до наших дней. Заглянуть в машину времени на выставку «Самара. Куйбышев. Самара» можно до 3 февраля в кинотеатре «Художественный». В воскресенье наслаждаемся ритмичными мотивами гитары и хэндпана на Ленинградской 77. Акустический концерт в самом сердце города. Количество мест ограничено. Почему бы не устроить себе театральные выходные? В театре «Самарская площадь» все для этого есть. В субботу покажут спектакль «Женитьба» – комедийная история о молодом чиновнике, который никак не может найти себе достойную жену. Тогда в дело вступает лучший друг. Вот тут-то и начинается самое интересное. В воскресенье на сцене сразу две театральные истории – «Тестостерон» – интригующая комедия для взрослых, «Мысли вслух», что мужчины думают о женщинах. А вечером артисты покажут спектакль по Островскому «Правда хорошо, а счастье лучше». Добрая история, которая напоминает зрителю, порой счастье приходит, когда его совсем не ждешь. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!